Всем привет, с вами Эко-362, и сегодня я вам покажу, как построить бесконечный регенератор ковров. Надо выкопать два блока, поставить два блока обсидиана, ну вот так. Потом два блока меда вот здесь. Потом надо взять, ну, любой блок, я возьму камень. Потом надо взять липкий поршень, поставить его вот так, чтобы он смотрел в сторону меда. Потом надо сюда поставить рычаг, а на липкий поршень ковер любого цвета. Я возьму фиолетовый, потому что это мой любимый цвет. И теперь главное это не слишком быстро нажимать, но когда ты нажимаешь на рычаг, то из одного ковра делается много ковров. И так можно любого цвета и сделать хоть сколько таких ковров. К примеру, вот у тебя есть один ковер, а тебе надо застелить ковром большую территорию. Так вот, это нужный вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.